Орловчан приглашают принять участие в праздничной программе «Сказки на девяти дубах». Напомню, стартовало новогоднее мероприятие 21 декабря и продлится до 12 января следующего года. 27 декабря в областном центре будут работать несколько площадок. Одновременно в 11:00 маленькие орловчане выстроятся в хоровод около ели в городском центре культуры и в хореографической школе. Также всех приглашают на площадь Ленина. Там в 15:00 устроят рождественский забег, снежные баталии, обещают и богатырские забавы.